О людях редкой профессии, оружейных дел мастерах Салиме и Зауре Лакуновых в нашем следующем сюжете. Отец начал дело в 70-х, подключил сына, а теперь подрастает внук, который уже умеет работать специальным инструментом. О людях увлеченных Адам Абазов. Имена мастеров-оружейников Салима и Зауры Лакуновых известны далеко за пределами республики. На протяжении многих лет в этой крохотной мастерской отец и сын создавали десятки уникальных изделий. Впрочем, по словам Лакуновых, их главная страсть – реставрация старинного оружия, умение придать ржавому куску металла первоначальный вид или воссоздать стершийся орнамент считается всеми проявлением истинного мастерства. Реставрировать земжанцуху. Человек, который не занимался реставрацией, никогда не сможет стать хорошим мастером. К примеру, тебе приносят половину старинного ремня, и восстановить недостающие детали сможет только по-настоящему талантливый человек. Оружейным мастером Салим решил стать еще в далеких 70-х. В первые годы работы резчик-самоучка понял, что посвятит свою жизнь воссозданию оружия предков. Это стремление весь накопленный опыт Салим передал своему сыну. Ты когда удар сделал, ну, руку начал вести, и сразу моментальный удар становится. Ну, оружие первого удара, как бы так называется. Ожидания отца Заур оправдал. Сейчас он старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства КБГУ, да и к тому же сам именитый мастер. Об умении говорят многочисленные дипломы и награды, ну и, конечно же, сами работы. Это кинжал, сам Дамасская Стар, вот это, он эти, ну, узорчатая мы называем ее. А это рог бивень мамонта, это все серебро. И покрытая золотом, и с чернью, как в старинный метод вот этот был. Оружейный талант Лакуновых не единственный. Они владеют ювелирным мастерством, резьбой по дереву и кости. И рассчитывают, что семейную династию продолжит 4-летний Абдул-Азиз. Крепко держи, как настоящий мастер, крепко держи. Вот так, прорезаю так. Адам Абазов, Азамат Абухов, Вести, Кабардино-Балкария.